Дійсно дуже дивно. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Так, рідненьки, як завжди, на русском языке обещаю. Как всегда, давайте споем национальный гімн. Будемо українською мовою, не проблема. Але я всіх, хто буде виступати, пожалуйста, если это возможно, поставить говорить на русском, чтобы всем было понятно, что здесь стоят и русскоговорящие, и украиноговорящие люди. Короче говоря, постарайтесь выступать на русском, кто хочет по-украински, ради Бога. Так, у вас есть слово? Возможно, провокация. Поэтому,
Сидите, я прошу. Все мужчины на берегу. Да, пожалуйста. Женщины сюда в середине. Мужчины, по возможности. Все на периметре, женщины в середине. Вот. Вы не переживайте, кроме мужчин, которые просто участники митинга, да, у нас есть самооборона. Вот. Их более 60 человек уже в Харькове, возможно, уже больше. Вот. Так, и сейчас я с информатом будет выступать Игорь Рассоха. Вот он расскажет о результатах третьего съезда Евромайдана, за третьего форума Евромайдана, который проходил в городе Умань в эти выходные. Пожалуйста. Приветствую, земляки. Слава Украине! Я хотел бы рассказать о форуме и потом постараться совсем коротко выразить некоторые мысли относительно наших тут дел и вообще в целом дел сейчас в Украине. Как раз в качестве комментария к решению форума. Третий форум Евромайдана произошел в славном городе Умань. Там нас встречала самооборона. Самооборона там вместе с милицией патрулирует, обычное явление. Проходило это все в районной администрации. Впервые у нас не было проблем с провокациями и так далее. Но в какой-то момент свет был поставлен, а там никаких не было. Плановый ремонт там несколько комбинаций не подрасчитали. В какой-то момент мы чувствовали, как всегда, да? Минуту. В общем, что приняли на этом форуме? Форум третий состоялся после того, как состоялась революция в Украине. И, соответственно, по предложению харьковской делегации была принята загальнополитична резолюция третьего всеукраїнського форуму Євромайдану. І бурхливо обговорювали. Основні моменти я зараз зачитаю. Єдине, що в мене чернетка, за які ми працювали, але не встигли роздрукувати, чесно, за ці два дні просто не добрався до принтера. Тому, можливо, там врешті-решт якісь там моменти, нюанси, суто редакційні, якісь там слова будуть трохи інакше, ніж то, що записано, але сутність та сама. Отже, резолюція третього, загальнополітична резолюція третього всеукраїнського форуму Євромайдану. Третій всеукраїнський форум Євромайдану визначає наступні пріоритети своїх подальших дій. Перше – захист незалежності та територіальної цілісності держави. 1.1. Головним завданням кожного громадянина у даних умовах відкритої збройної агресії з боку Росії та фактичного військового стану є всебічне зміцнення обороноздатності України. Зокрема, ми маємо максимально сприяти посиленню Збройних сил України, в тому числі Національної гвардії та тих сил самооборони, що діють у правовому полі. 1.2. Україна має негайно зміцнити свою національну економічну безпеку. Зокрема, найшвидшими темпами